В далеком 1940 году в Валеринской тундре сессией кочевого совета было принято решение о поселковании колхозов Чукочи-Вадул и Хутана-Ударан. Определено было и место кочевого совета. Решено было начать строительство в местности Андрюшка. Местность эта обеспечивала всеми угодьями в достаточном и удобном виде, находилась в лесной зоне и была защищена от ветра. Первый дом в новом поселке был заселен в сентябре 1941 года. И в этом доме родился первый ребенок в семье Вырдылиных, и в честь него поселок называли Андрюшкино. В 1970 году в Нижнеколымском районе работала большая партийно-правительственная комиссия во главе с заведующим отделом обкома Аргуновым, которая определила план строительства благоустроенного со всеми удобствами поселка Андрюшкино. За 20 лет было построено 16 двухэтажных домов, типовая школа, ясли-сад, больница, клуб, убойный пункт, электростанции и другие хозяйственные строения. Поселок хорошел и развивался. Рождались дети, множились олени стада, везде раздавалась красивая родная речь. В 2001 году число благоустроенных квартир в наследии стало 183. В 1987 году родилась девочка Северина, тысячный человек наслега. Так, начиная с первого ребенка Андрея, за 46 лет количество жителей достигло 1000 человек. Сегодня в поселке Андрюшкино или Валеринском Суктуле проживает порядка 700 человек. Поселок Эвено-Юкагирский. Время перемен коснулось всех. Сегодня уже не так часто услышишь родную речь. Проблемы, как и везде, слоятся и нарастают. Это трудная транспортная схема. До районного центра 500 километров. Добраться можно только самолетом или вертолетом. И короткое время весной работает автозимник. Дороговизна цен на авиаперелеты поражает своей заоблачностью. Следовательно, и продукты питания, овощи, фрукты, товары первой необходимости в разы возрастают в цене. Как и везде, безработица, упадок в оленеводстве, социальные болезни. К сожалению, все это есть, но несмотря ни на что, люди живут и любят безгранично свою тундру и свой маленький, но такой родной поселочек Андрюшкино. С конца апреля до конца января мы практически оторваны от внешнего мира. Значит, вот 2 года, значит, у нас, значит, в поселке подтапливает наше село, да. И основная проблема у нас, конечно, мы хотим, чтобы провели все-таки научно-исследовательские работы по изучению паводковых явлений на реке Алазея. В принципе, вы видите, да, наш поселок расположен на высоком месте. И вот наше старшее поколение, вот, ну, мы обсуждаем, конечно, вот как, ну, вот публикуется то, что хотят переселять, да, наши эти поселки, да, но старшее поколение говорит, что у нас, мы еще простоим, у нас на высоком месте поселок стоит. И вот мы хотим, чтобы все-таки провели какие-то научно-исследовательские работы, да, и просим проведения. И на основании этих, может, придем к тому, что нам нужно провести берегу крепительные работы. Тогда бы наше село еще стояло, развивалось. У нас сейчас начинается строительство новой дизельной электростанции. Значит, с чем мы связываем свое дальнейшее развитие нашего поселка? В поселке свято чтят обычаи и традиции народа. На сегодня Андрюшкино один из немногих наслегов, где в достаточной мере сохранился родной язык. Местное население здесь полиязычное. Говорят и на родном эвенском, и на юкагирском, хорошо владеют якутским и русским языками. Самое национальное пререм – это костный мозг с мясом вместе. Вообще лакомое блюдо. Вот еще. Ну что, у кого-нибудь закидали? Сонка. А сонка? Тоже
национальное блюдо. Когда продукты заканчиваются в тундре, вместо хлеба, вместо каши, все, вот это. А из чего она? Из муки. Прожаривают муку. Там потом в конце ложат сахар, масло. И в чашку вот. Пожалуйста, отведайте. Пожалуйста. В дни проведения съезда юкагирского народа в небольшой театрализованной постановке была показана жизнь юкагиров, народа некогда многочисленного и сильного. И сегодня мы с уверенностью говорим юкагирам быть. Осень. Стойбище юкагиров. Привычная жизнь протекала в стойбище, что раскинулось на невысоком холме у берега озера. Возле яранги играют детишки и собирают ягоды. Мастерицы и хозяйки занимаются своими делами, шьют наряды, чистят и разделывают рыбу, готовят юколу. Выпал снег, наступила зима, и вместе с ней настал долгожданный приезд невесты. Началось сватовство Ярхаданы и Эдельвея. Неожиданно в стойбище врывается злой дух. Он крадет огонь из очага и невесту. Oh.
Сестра Куриля предлагает позвать шаманку Тачану. Она с помощью духов скажет, где искать Ерхадану. Выстрелить, но его останавливает старшая из них. И Эдельвей наконец находит Ерхадану, которая спит на дне озера. Вернулись к нам.
В Андрюшкино сохранился уникальный говор эвенского языка. Жители с удовольствием разговаривают и на юкагирском языке. Платон Ламутский, омчини хурылни. Челбаня оратла, хунгел хабдарин. Таракам этэнду, омчини баюдин. Нилтен этим губер, буги дыхуттин. Гедалкан нюрди, омчини икаптин. Тэнке дэбэдэн, ним булыкэндим. Тунгэр дэбэдэн, ним былынкэндин. Кадар дэбэдэн, хэл кэлэнкэндин. Матан дэбэдэн. Нун талам кандин. Хопки хо омчини, хурал не бихеп. Энен буру бугур опки, аймакан гухакреп. Урекчен дулан, батам унгидип, муткешем гухакреп. Омчини дёнгидип. Тэнка дебиден, нем бул кандим. Тунгер дебиден, нем булын кандип. Кадар дебиден, хэл кэлэн кандип. Батам дебиден, нун талам кандип. Уро адо тиваде тиваде один лайдек то нин тигран сегиеной качек тат и дирек реленок тун иральде чайлы пага тиваде мэт адо элнур мэр эди монунден чондуган качек энду люколь чале реленок тун чайлы пага тиваде нинге вервик эл амдюлек толик мэтл тиваде. Платон Афанасьевич Ламутский, атакичан. Харачалкен адалалбу, намкун том качалду келуддан. Айч текутич хинма атакичан. Айч бгэбу ягамне хан удюба кэчуэн, хекиталбу, гаралбу, гаркакаарбу. Нагандекин диликэн эрбэшил урочил. Куэлир хиникил, хумтачер хиинрил. Упау гундарин буйгамне одаи, атакичан буйгамне урочин мили. Руадо, вадун лачил. Лукундипе, лачилен. Вадун кеден демле. Нонда чилелк мотинен. Мы пуго чи нотиней. Мит яхтепе морилнин. Мит лачил валье дайник. Агареги чалалнин. Комур педи сусайник. Манур ваду яхтагат. Курул денен яхтаган, лукул бурелей чига, вадун мерде мерчиган. Николай Николаевич Курилов, амуче ару. Тэнти дами чига лелень, амуче арун сандол. Ласавай нагоне неме, барольни лачатыдол. Эй кугнен ле вадун чи, курьепе эджелгат. Манобелен ятах марол, тет еругат параней. Чагажире тет не манду, сагани мэк марольнэн. Эл агне ngалдале, эл нагане тет лачи. Сегодня, несмотря на все трудности и проблемы, на отдаленность и оторванность от большого мира, жители поселка Андрюшкино с оптимизмом смотрят в будущее. Растят новое поколение, поют протяжные песни, радуются новому солнцу на огромном куполе ясного неба. Мало.
халлегаль гусерин,